кисть художника похожа сердцевина у этого прекрасного цветка. Как будто написав свою картину, он кистью убирать с нее не стал. И на холсте среди цветов оставил клематис, распустил свой буйный цвет. Тычинками цветочков кисти стали, подобной красоты в природе нет. В далекой Греции цветку название дали, ведь клема — это вьющийся каркас. Когда в России лютики попали, то буйством цвета поразили нас. Ну а за то, что вьется как лиана, лозинником все стали величать. И ломоносом за душок чуть странный, что корни его могут источать. Растет везде он, кроме Антарктиды, в лесах, у рек и на отрогах гор. Описано 300 разных видов, любуемся цветами с давних пор.